Шведский бренд вновь порадовал поклонников своей деятельности уникальным транспортным средством. На сей раз был представлен Кёнигсегг Агера. Еще мощнее и красивее, еще дороже и быстрее. Под таким слоганом разработчики анонсировали олицетворение футуристического дизайна, которое способно разогнаться до 440 км в час. Мощность силовой установки 1115 лошадок. Требуется на 100 км пути всего лишь 15 литров бензина. Достаточно экономно, не так ли? Стоит добавить, что модель выпущена ограниченным тиражом. Видимо, у разработчиков авто уже тенденция представлять по 25 экземпляров. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. В предыдущем видео я рассказывал о Bugatti Veyron Sport. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока!